Ну что, продолжим? Да, давай продолжим. Сыграем подрывные работы. Смотрим, что это. Почему это идет? Готово. Так, ага. Подрывные работы. Идем сюда. Не садимся. Но получим достижение рядовой. Я понимаю, это 10 суток. Опять показывает, типа, этот Wi-Fi. Да? Ну, перечеркнутый Wi-Fi. Ну да, ты вверху остался. Я лечу. Нормально у тебя. Ну, Wi-Fi показывает, что он моргает. Так, а куда идти? У тебя где-нибудь есть цель? Нет. Типа дрон нужно захватить, вон он летит. Ага, можно все, что-то. все, я понял. Чтобы он точку показал. Чуть 430 метров дает дрону. А, вон, 250 метров есть рядом. А он бессмертный. Кто? Дрон? Падает, потихоньку. Падает, я его это подбился. Быстрее падает. Он падает. Ребята, извините, но дрон. Он дрон. Так, ну что, точки показала? Угу. К тебе бегу. Угу. Я мы тут друзья уже с тобой. Красные причем. Орущий товарищ, он сразу реагирует. Я его убрал, вору. Все равно. Так, перезарядка. Бежим к точке. Так, тихо. Еще бежим. Угу, все понятно. Опа. Так, куда дальше? Большого убил. Ну что, антипола нет, антипола. Ой. Вон точка какая-то, 160 метров. Убегу к ней. Под краном. Пойдем. Я взял что ли? Да, чтобы части пособираем.
тоже. О, молодец. Так, это потеряли меня немножко, поэтому. Вообще подвисает доска. Да? У меня как бы не подвисает, но нормально. Так, арбу еще один замочку. Запчасть сел. Так, где следующая точка? 600 метров он выдает. Пойдем к ней. Да, мне кстати патроны заканчиваются. Нечего строить вас. Рыбалка, извините, но нечего строить. Тут Валерий что заменяет это оружие. Хорошо. Дверь пока не улетела. Хорошие эти взрывчатка. Взрывчатка? Ну я же бросаю ее. Потом она подпрыгивает, взрывается. Теперь туда. Наверх что ли? На маяк. А мы так разве пройдем к нему? Нам скорее всего наверх надо идти. Потому что видишь, тут какой-то каменный мост. Это как вообще туда попасть-то? Это как надо пройти? Дайте этот летит. Антон, дрон. Дрончик летит. О! Тут какая-то есть пещера, может она там пройдет нас, когда надо. Идешь? Да, конечно. Так, посмотрим, что тут дальше. Ух ты, прикольно здесь было. Подожди. А ты, рядом? Я не заметил. Да. А я это как раз ожидал, думал, дойдет, не дойдет. Ух ты. О чем я здесь бежу? Да как-то интересно. Все-таки здесь должны бежать, а если как-то вверх должны забраться или как вообще это? Понимать. Ну давай здесь пойдем. Здесь проход есть. Есть лестница какая? Да, ага, какая лестница тут нафиг будет? Серьезно же, да, на маяк надо. Да ё-моё, блин. Не, ну все равно я его лучше в боку. Как-то тут странно. Я, конечно, попробую туда он сбегать. Знаете, что стоят товарищи здесь? Не орёт. Не знаю, вот тут
То ли это отсюда можно вот забраться, либо нет. Ну, давай попробуем. Так, давай, 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 давай. Так, да ладно. Сюда, 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 сюда. О, нашел путь. Да, это путь. Отлично, так, заказ, заказ, заказ. Все отлично. Так, ладно, правда, отойди. Здесь оружие есть и этот и аптечка здесь с другой стороны валяется. Бери. Понимаю, к нам идут, наверное, да? О, дрон есть тут 400 метров. Нет. Так, а такая где следующая точка? Я не достаю. Не достаешь? Пошли вот сюда-то. Да. Тут мост. Не до дрона. 400 метров, видать, снайперка слабая пока. Или надеюсь, что позже она будет лучше. О, тут еще один дрон. Да, тут он еще. Хороший задание. Да, да, вот нам надо будет все равно убрать этот спецзадание. Я не знаю, сюда мы ли идем, или нам по левую сторону, или по правую. Непонятно. Но нам точно давай нужен дрон, пойдем ближе к нему. Надо сбить дрон, чтобы нам еще следующую точку дали. Угу. Я так понимаю. Тут забраться-то можно вот потом? Надеюсь. Куча дронов. Появилась точка. Добраться до шахты. Что-то странное. А что ту четвертую нам не надо делать? Ну, надо будет. А что, возвратиться надо? Ну, нам пишет, показывает до шахты добраться. Немножко непонятно. Может, это и есть четвертая? Хотя, видишь, пишет четвертая. О, вот это добраться до шахты. Ну да, попробуем. Может быть. Только КП половина. Это половина? Как у тебя? Как? Ну как бы да. Половину, ну как у меня, да. Так я не обратно иду. Ты мне кажется, я шел куда-то. Обратно пошел. Я сверху сбрасываю вот этих. Динозавров. Это суицидники. Так. Нет, они какие-то такие. Тут есть боеприпасы, все. И бегут к нам уже, да? А нет еще. А это ты уже там ходишь, смотришь? Да, ну и что-то. Походи, тут контейнеры пооткрываем. Вообще-то далеко, далеко. А и дрон-то где-то еще один. Это потом так. Непонятно. Нам сюда же, да, правильно? Наверное. Скорее всего. Понять-то не понять. Что-то как-то было 600, стало 700. Попробую обойдем, нормально будет.
неопределенно как-то. Так, так самолет. Кучка товарищей там. Тогда не торопись. А уже поздно смотрю, да. Точку дал. Подожди, этот, боеприпасы. Боеприпасы. Понял. Чуть-чуть подзарядиться. Все, пошли дальше. Всего 200 метров. Так, где-то рядом. Где-то рядом шахта. Внутри, что ли? Так, это что у нас? Понял. Заказ. Берем, ставим, ставим. Ага, все, отходим. Или не отходим. О, а еще берем. Наверх надо поставить или куда? Так, вверху надо поставить каким-то образом. Ага, вот куда забраться, все, нашел. Ты взял тоже, да? Угу. Тележки, все понял, это тележки мы отправим сейчас в этот. А надо, наверное, что же нажать? Вверху. Ты не. Так. Что дальше? Что говорит, дроны не прилетают? А ее не нужно сопровождать? Пойдем сходим. Сейчас надо доставить. Так, стоп, я здесь, ты иди туда. Или где там следующий? А то мы сейчас нажмем и. А, мне вверх сходить? Ну, наверное, попробуй. Скажешь, когда будешь на месте. На месте нажимаем. Раз, два, нажимай. А. Что? Лифт это вниз куда-то. А, нет, я, у меня повернулась. Дальше я нажал, дальше поехала. А нам нужно по дороге спускаться по каждому. Подожди, она заехала в какую-то эту. Ну, а есть сбоку, есть проход еще. А, все, я понял, это лифт. Да, вот я слежу за ним как раз. Интересно, интересно, так, понял.
первый раз. Так, вон он приехал. Скорее всего, да. Нажать вот это, да? Чик. Ага, все понял. Так, теперь надо нажать, чтобы он дальше поехал. Все. Еще потом надо успеть, наверное, убежать. А как ты дальше куда нажимал, на чем? На ней самой, я да. Понял. Поднять взрывчатку, буду ждать тебя. Скажешь, когда уже последняя будет фаза у тебя? Надо делать. А? У меня этот закрыт проезд. Ну вот, да, вот тут нужно поднять взрывчатку, нажимаем. А? У меня я не... А, вот, я вижу. Вечно. Да, нажимай. А, ее надо взять, вот туда идти, отнести ее сюда. Отойдите. А ты что здесь делаешь? Я... Олег. А, ты сюда приехал, что ли, тоже? Да. Моя вагонетка едет дальше просто. Да, я тоже сейчас отправился дальше. Ну, патроны не бесконечные так-то. Все, дальше пробежал, быстренько нажимаем. О, как раз здесь этот. И аптечка, и боеприпасы. Отлично. Еще ниже уезжаю. Едет. Ну, едь давай. Че останавливайся-то? Так, через платформу. Наверху проехал. Дадут потом минуту выбежать, я запутаюсь, куда бежать. Так, я в тупике. Все. Я доставил, что получается. Или я доставил. Но у меня тупик, у тебя еще дальше тоже тупик. У меня вот наоборот тупик. А ты, скорее всего, едешь сюда и сейчас будешь спускать вниз лифт. Не, у меня тупик. А может? У меня вот прямо где тупик. Ну, где больше этих рельсов нету. Значит, моя проблема. Нет, а у тебя где она? У тебя. А ты если доехал до тупика, надо подойти к взрывчатке, взять взрывчатку и положить ее на камни. Я что-то до тупика не доехал. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я горю. Получается, я до конца сделал. Идем сейчас тебя. Да. Бегу.
Вот, да, да, да. А, ты тут? Да, я уже там оставил в тупике ее. Все, пускай я дальше, пусть она газует. Вот аптечки, тут патроны. Да, бери, бери, я уже такое тоже взял. Ну вот тупик, да, получается? Угу. Так, стоп, что делать? Активировать взрывчатку. Смотри. Так. Будь здесь, я тебя добегу до своей взрывчатки. Хорошо. И потом ее активируем. Блин, зачем я убежал? Как я сейчас ее найти, то есть подорочу. Фа, я даже не знаю, откуда я пришел. Блин, чего я побежал? Ладно, сейчас разберемся. Куда, где? А, вот как раз я здесь все я нашел. Так, ты готов нажать? Да. Раз, два, три. Покинули шахты, выбирайтесь. На какую сторону бежать-то? Куда-нибудь. А, там стрелки есть, когда бежишь. Ага, вижу, вижу. На какую сторону бегу? Время не ограничено, я так понимаю. Блин, вообще этих нету. Патронов. О, здорово. Здорово, здорово, так. Разы, разы. Так, и куда мы? А вот здесь. Пошли. Тут ли мы, там ли мы? Вроде в правильном пути. Ну ладно, бежим. Землекоп. Газы, 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 вырезки не туда. Да? О, пустило, все нормально. Этот... выше. А, ты запарал? Ага, понял, понял, понял. Дом. Идем, 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 идем. Парень, парень, вверх. Просто бежим, просто бежим. Так, о. А здесь куда? О, сюда вниз, смотри, сюда, 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 сюда. Я же вижу. Зайдите, да. Я думаю, что на. Давай за территорию. Смотри, тут. Все взрывается. А все, что быстро. Так. Эвакуация. Подожди, сейчас загружу тут. Боеприпасы. Че открывается? Валерич, здесь да, боеприпасы. Бегу. Бери. Все, газуем. Так, какой ближайший? О, как раз здесь рядом 270 метров. 50. Сама то сейчас оттуда и полетим. Так, дрон, чё дрон? Где дрон? Нет, а чё, используют ловушку? Нет, он говорит, что здесь ловушку, типа, мини-задание.
Давай поставим. Давай. Только где раптор это? Сейчас появится сразу. Отлично. А вот и они. Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь, заходите. Вот сюда подходи. Это не пидор, просто заходил сюда. Вот зачем ты умер тогда? На ловушку просто попасть, все. Опа. Есть. Один готов. Опа, второй готов. Бегаем, бегаем, бегаем. Давай играть в догонялки. Давай, давай, догони. Отлично. Еще один. Давай, давай, на. Есть. Двоих. Все, погнали. Погнали. К аптечку. Аптечку? А, да. Сейчас я по новую дадут. Я занят. Так. Поехали. Так, стоп. Кого ты? Зачем? Товарищ-то. Заказ. А, подходи. Заказ не работает в одиночку. Тебя не приглашали. Надо их идти. Что у вас здесь? Ага, пойдем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, вот так, парочка. Вот, здесь же патроны должны быть, точно. Кого? Патроны уже должны быть. Да, да, вот патроны. Нормально, прекрасно получилось. Да? То классно, через 924 подрывные работы. Угу. Все, ну как раз прекрасно, все хорошо. Но я думаю, сейчас -то точно уровень еще повысим. Но я шестой был уже. Меня это был пятый. Посмотрим. Ага, ты шестой. О, я тоже шестой уровень получил. Отлично, так. Пушка что ли такая? Да-да. Интересно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь. А с вами был RusKill. Пока!